have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Мы продолжаем путешествовать по дикой планете. Нет, спасибо. Просто нет. Пойдемте. Нам нужно много чего успеть сделать, нам нужно много чего, много куда сходить, поэтому просто пойдемте. Загадочный шпиль... Минуточку, вот это все у меня показывается. Ну, допустим, вот я сюда сейчас телепортнусь. У меня там везде показывается второстепенка в эту сторону. Но указание... А, 417 метров в ту сторону? Туда, что ли? Там есть свой телепорт. Не знаю, указатели иногда... Немножечко бесится, что ли. Не знаю, как это сказать. 300 метров туда. Ну, давайте, я схожу, я не против. Наверное, я не против. Секрет поблизости. Но я крайне за него рад. А что это за помидоры? Ага. Ага. Вы мне предлагаете поэтому пропрыгивать и мимо этих ребят проходить? Какие вы замечательные. А как мне туда... А, я понял. Так, хорошо. Не, оно, конечно, не очень хорошо, но хорошо. Мне нужно опасаться помидорок, да, я так понимаю? Ай, они обжигают. На половинку жизни, короче. Каждая такая какашка обжигает на половинку жизни. Я вас понял. Ну, нам наверх. Да, нам наверх. Зачем я здесь? Нет. Да, а, нет, нам туда. Все нормально. Вода горит, все нормально. Не перелетаем. Не перелетаем! Пожалуйста. Фух, чтоб тебя. Зацепись! Не там зацепись. Нет, нет. А, вообще молодец. Робот. Робот, вытащи меня. Спасибо. Блин. Так, ну мне же явно туда. Ну, вроде, да. Нет. Фух. За! Блин, меня это обожжет сейчас. Ох. Нет! Зацепись! Тут нет, хорошо. Надо срочно вылечиться. А где? Блин, хилки-то все внизу остались. Чего вот это такое я там видел? Хм, интересно. Это что, мне надо? Что меня заметило? Что там опасного? Блин. Этот мир полон опасностей. Я лучше по краешку пойду. О! Это нужный мне портал? Секрет поблизости. Спасибо, спасибо. Можно предположить, что он здесь. Да, наверное.
Я бы это забрал. Сюда можно... Сюда можно сходить. На самом-то деле. Я сейчас, наверное, портал активирую. Это же новый какой-то. Да, это новый. Новый, отлично. Вот он. Суперски. И теперь я бы еще подлечился так, чтобы вот вообще хорошо стало. Так, у нас туда есть проход. О, подлечиться, хорошо. Зачем нам здесь приманку дают? Гениальный план, блин. Так, мне интересно, что там, что здесь. О, ну тут как минимум ресы у нас. Ресы я заберу. Так-то по-хорошему и вот это место выглядит как арена, но арены здесь нет. Зато есть проходец. А, вот это можно будет взорвать, я понял. Угу. Вот для чего это здесь? Ну, то есть, когда у нас появится возможность все вот эти вот вещи взорвать, то, наверное, вот это можно будет взорвать. Так, это у нас обязательное задание здесь. Теперь, что вон там? Да-да-да, секрет поблизости. Что вот это такое, мне интересно? Туда можно... Я не долетаю! Найн! Блин. Спасибо. Нет. Почему ты не разгоняешься, блин? Я же нажимаю Shift. Когда бегу, блин, больно. А, вот так вот можно, да? Это секрет? Так, так. У меня что, одна такая семечка, блин? Можно я вернусь? Эта же штука там зафиксировалась, я надеюсь. А я тут где-то видел эти семечки. Вон они. Блин, зачем я это сделал? Я путаю кнопки. Я просто иногда путаю кнопки. Ну вот же эти... Это разве не то, что... Это очень странно. Это разве не те семечки, которые мне нужны? Вот это вот. Те! Так в чем была проблема? Там были точно такие же. Блин, короче, забить. Я не знаю, в чем прикол. Они не подбирались. Не, может я что-то путаю, может это не они, но выглядели они точно так же. Вот эти вот, вот они, ну, не знаю. Мне просто интересно сходить туда все-таки, что там, и я не знаю, это ли секрет, или это просто я туплю, и там какой-то альтернативный уровень забраться. Почему он не берет разгон, короче? Это выше моего понимания. Так. Загадочная скрижаль. Эта конструкция исходит зашифрованный сигнал. Это был секрет. Надеюсь, что да.
Хорошо, мы его нашли, по крайней мере. Окей. О, там еще что-то есть. Вижу, вижу. Как туда забраться, не вижу, не вижу. Нет, нет, нет. Больно. Ты же не хочешь мне сказать, что все хочешь мне это сказать, да? Классно. Можно я телепортируюсь? Да, блин, сядь, пожалуйста. Секрет поблизости. Туда можно попасть. Тут куча, короче, мест для разведки, но мне надо быстро-быстро пройти мимо него. Так, а как я сюда попал? И что тут вообще происходит? И где предыдущий портал, раз уж на то пошло? Я просто не хочу наверх вот это все карабкаться, если вы не возражаете. Да, предыдущий портал, он тут. Да, я просто сейчас телепортнусь в ту сторону и все. Не, я более чем уверен, что с первого прохождения мы все секреты здесь не откроем. Это, в принципе, логично, наверное. Ну, как бы, ребят, есть разница играть самому и играть на прохождение. Я сейчас играю на прохождение, и, ну, я не могу настолько затягивать геймплей, чтобы... Блин. А чем тебя мочить-то? И что у нас вообще есть? Шокофрукт есть, кстати. О. Глубины фндгрта. Ох, блин. Язык сломаешь. Ау! Это больно. Почти сработало, только у меня шокофрукт закончился. Я это говорю, как будто это шоколадный фрукт, а не шок. Да хорош! Блин, хорош меня лупить. Как я должен тебя убивать, чувак? Но я же попадаю. Блин, ну, так нечестно. Так не... Блин, я же перепрыгиваю через эту фигню. Что происходит? Ладно, хорошо. Шокофрукт на него действует. Где мне его взять? Десятая смерть, черт. Это даже не босс, это моб, что ли? Нет, на самом деле вполне понятно, что с ним делать. Непонятно как. Так, где у нас шокофрукты, шокофрукты? Где я их возьму тут, этих шокофруктов-то? Мне ими надо будет запастись в другом месте где-то. У меня их сейчас нету с собой, да? Есть какая-то липучка, есть еще какая-то фигня. Блин, нужно... минуточку, на предыдущей локе были шокофрукты? Давай. Ну что, на него это хорошо работает, его это станет и все, но... Давайте посмотрим. Здесь... Взять. Да, на предыдущей локации вот они есть. Хорошо, сколько у нас их? 5 штук. Но я думаю, нам хватит. Попробуем справиться тем, что есть. На самом деле, регистрация хитбоксов, ну, не знаю, мне не очень понравилось. Потому что, ну, ты же увернулся, но нет, блин, тебя задело. Ты увернулся, но нет, блин, тебя задело. Пофиг. Ах.
Да я тебе почку отстрелю, блин. А что теперь тебе надо? А куда теперь тебе стрелять? Так, блин, ну прыгнул же. Вот самое обидное. А! Все, я тебя понял. Он орет, и в это время ему надо в пасть зарядить. Най! Най! На-ра-на-на-ра-на-на-на. Блин, он этой фигней дерется. Да, серьезно? Ну вот же, куда тебе стрелять-то надо. Как я должен это был заметить, по-вашему? Эй-эй! Идете, знаете куда? Да-да-да-да-да. Понял, только подлечился. Да, хорошо, хорошо. Блин, что я с ним должен делать, по-вашему? Да, хорош! Как я должен за собой это увидеть? Блин, он тупо спамит, короче, всем подряд. Че я должен сделать-то? И все, и просто все. То есть невозможно увидеть, что он делает, как он делает. Тебя просто бьет. Ты повернулся, тебя бьет. Не повернулся, тебя бьет. Тебя в любом случае бьет. Я вижу цели, куда нужно стрелять. Блин, как я должен в это попадать? Ай, ладно. Вот на самом деле вот это очень криво. Что предыдущий моб, что вот этот вот. Заткнись. Просто сейчас вот это начинает раздражать. Иди сюда. Опять за шокофруктами сходим. Ну это, блин, какая-то фигня. Дай сюда. Все. О, у меня взрывчатка с собой есть, точно. На самом деле, вот эта штука, что их приходится по очереди переключать, тоже не очень удобно. Я бы предпочел, чтобы это было там на кнопочках 1, 2, 3, 4, 5 и все. Ну, это предназначено под геймпад в том числе, к сожалению, тоже. Поэтому тут ничего не поделаешь. Хорошо. Верни свою добычу. Завершено. Тут ты мне ничего не можешь сделать. В смысле? Как ты сюда... Идёшь отсюда? Ну, ему пофиг на это, да? Да, ему пофиг. Что-то я попал. Хорош! Ну, блин, чувак, нельзя так. Это я в него, интересно, попал? Сейчас посмотрим. Я буду читерить. Если он читерит, я тоже буду читерить. Мне пофиг. Повернись сюда, гузло свое. Ага. Да, серьезно! Да, я по нему попадаю. Да хорош, придурок, блин. Что с тобой? Да ну блин, я уж прыгаю, вот это самое отвратительное. Все, сдохни, скотина. Бесит. Да, это малютки-бомбалюшки. Блин.
Нет, знаете, к самому монстру у меня никаких претензий нету, как бы он нормальный, а криво проработанные удары с его и с моей стороны, к сожалению, не так красиво. Ладно. О, тут есть хилки еще, которые взорвались, которые я могу забрать. Хорошо. Так, давайте чешем дальше. Вот эти электрошокеры, они довольно неплохо справляются. Посмотрим. О, тут есть телепорт. Я его заберу, если вы не против. Инопланетная архитектура. Так. Ты кто такой? Я заберу, пожалуй, если ты не против. Какую-то черную... Нефть! Мы получили нефть! Наконец-то. Нам надо обратно на дротик. Отлично. Значит, сюда. Ифиона. Вот предыдущий босс, да, он был такой прикольный, но он был не нудный, что ли. А вот это вот это было отвратительно, честно говоря. Ранец, засранец. Так, турбобустер. Реактивные ранцы созданы не только для того, чтобы поднять... Не только для того, чтобы поднимать. Зажмите... что? Секунду. Зажмите Ctrl, находясь в воздухе, и отпустите, чтобы топнуть. Это добивание. Угу. Ну, печатаем. Супер. Ранец у нас 4 из 9, снаряжение 4 из 6. Серьезно? Прикольно. Осталось совсем чуть-чуть. Предметы 5 из 9. Мы довольно уже неплохо так пособирали. У нас из оружия мало что есть, к сожалению. Это да. И то, вот усиленный заряд, я им не пользуюсь, потому что, ну, не знаю, на мой взгляд, это срабатывает не так хорошо, как мне хотелось бы. Да, есть какая-то почта, давайте заглянем. Или это не почта, это ли видео, сейчас посмотрим. Kindred Technologies. Итак, почта таки есть, да. Одинок в поиске. Привет, дамочки. Билли Мясич по кличке Плохиш. Привет, дамочки. Ищучи горячую любви, ваше сердце истосковалось по страстному и напористому спутнику, который не привык бросать слова на ветер. Меня зовут Билли Мясич, мне 54 года. Я холостяк по жизни. Те, кто меня знает, говорят, что я галантный кавалер днем, а вот ночью я как бы плохиш. Не важен внешний вид, не имеет значения возраст. Я ищу ту единственную, которая научит меня, наконец, целоваться. Ты самая? Тогда позвони мне. Твой главный плохиш ждет тебя. Блин, какая... Меня чуть не вывернул. Статистика. А что вы хотите? Смертей? Ну, с прохождения 44 общее... Да, понятно. Фрагмент передачи у нас второй появился. Окей, спасибо. Я оценю. Теперь, что у нас по главными, что у нас по побочкам? Яма Шлиппери, там есть где-то побочка? Какая? Degrees, 162, ну это основные. А что ты от меня хочешь еще тогда? Я же отсюда не выберусь с этой стороны, или выберусь, или где? Или... О! Кстати! Кстати. Нет, ты не здесь. Секретка, которая была наверху. Нужно на один портал назад вернуться, сейчас. Где это было? Это было здесь? Вот здесь-то было. Как там у нас было так? Вот так это делается. Хорошо. Я понял. Нам сюда. Нам вот сюда сейчас. А...
Гача. Все, я научился это делать. И взлетать тоже научился. Я вообще... Я Грут. Так, суперски. Значит, теперь мы можем запустить тот храм, по идее, если мы на него топнем. Он мне сейчас как раз, по-моему, этот храм и показывает, или мне кажется, сейчас посмотрим. 200 метров вниз. О, а я тут был? По-моему, нет. Идешь отсюда. И ты идешь отсюда. Зацепись, пожалуйста. Что за припадки с тобой? Алюминий собрали. Так, ну нам туда. Это явно. А почему я не допрыгиваю? Здесь явно сказано, использую вот этот вот двойной прыжок, все дела. На это я не могу залезть. Какие-то процессы происходят, не совсем понятные человеческому мозгу. Почему я не допрыгиваю? Ну, мне же сказали, что я могу. Вот это на самом деле странно. Хорошо, забейте. Там наверху, значит, что-то есть. Или, возможно, у меня появится какая-то еще опция еще выше прыгать. Кстати, как вариант, я этого не исключаю. Почему бы нет? А здесь... Они мне дают эти семена для того, чтобы я... Что? Я же не могу зацепиться там ни за что. Или мне кажется, или... Я в чем-то не прав. Ладно, посмотрим. Значит, по идее, мне 200 метров в эту сторону, даже 150. Я ж туда не долечу, вы издеваетесь нафиг? Мне в те храмы, да. О, эй, вы чё? Я же нажал второй прыжок. Да ладно вам. Это же всегда срабатывает. Ты нажимаешь один прыжок, потом второй прыжок в этом и... Вот это сейчас было нечестно. Так, значит, вот здесь я. Хорошо. Сейчас заберу свои ресы. Джей там что у нас было? А, ну да, черно. Вон мои пожитки. Секрет поблизости. Ну, я за себя крайне рад, что он поблизости. А... Где? Я сюда нигде не могу запрыгнуть. Где-то здесь топнуть надо, или что, или где? Оп-оп-оп. Я этих птичек, вот этих вот тварей уже ненавижу, так что все нормально. Не обращайте внимания. Так, мне нужно как-то туда добраться. Наверное, вот так вот я сюда и добираюсь, да? А где там мои... Да хорош! Отпусти мне что-то трава. Где там мои пожитки? Где-то здесь недалеко были. Или мне все равно до них куда-то ехать придется? Не, 20 метров, где-то здесь. Да, где-то здесь. Вы это слышали? Они такие, пожалуйста, вернитесь на землю. Типа, вам тут нечего делать, бла-бла-бла, топола. А. Ну, в один храм нам туда, в другой храм сюда. То есть, нам стомпер понадобится и тут, и там.
скорее всего. Так что куда бы мы сейчас не попали, наверное, мы попадем правильно. Ух, блин, на ниточке все. Сколько раз я за сегодня сдох? Испытание. А, да, шокер нужен. Шокер нужен, точно. Я вспомнил. Nature has begun to infiltrate the machinery here, but the base technology still seems functional. А как я, извините, туда попаду? Он не цепляется. А, ну, как бы... Ага, хорошо. Вот так. Я тебя понял. Вот эти двери, они... Ага. Я сюда сейчас зря приперся. А, все, оно навечно заклинило уже. Окей, давайте тогда сходим. Вот как раз есть эти шокофрукты. Давайте тогда, наверное, сходим туда, там стампанем, запустим энергию. Так я понимаю? Или так? Блин, запутано. Запутано. Все, что я могу сказать об этой штуке. Нам туда. Тут же нельзя просто взять и куда-то добраться. Нет, зачем так? Порталы, чтобы близко были? Нет, зачем так? Давай ты все будешь, короче, делать теми какими способами, которыми ты сможешь только найти, а там мы уже посмотрим. Больно же, блин. Не подвернул даже ногу, ты глянь. Хорошо, 40 метров где-то здесь. Это же другое уже место, я так понимаю? Так я понимаю, хорошо. Да, здесь нету двери, здесь у нас механизм заевший. Вот, он-то нам и нужен. Вот это вот место долбануть. Между прочим, это было больно. Там еще что-то заело, ну-ка. Не падай в лаву. Так, это какие-то заевшие части, да. Лава поднимается? Нет, нет, нет. Нет! Да почему ж ты не запрыгиваешь-то? Да запрыгни! Что происходит? Я же допрыгиваю до третьего, почему? А-а-а! Вот это бесит, на самом деле бесит. Хорошо. Мне это сейчас все заново делать, ну блин. Заткнись, просто заткнись. А, блин, ребят, не знаю, давайте тогда сделаем так, вернемся к этому в следующей серии, потому что, ну я не знаю, насколько это сейчас все затянется, насколько попыток.
Я хочу вообще разобраться, почему это так происходит. Так что на этом, наверное, только пока что на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.